Здравствуйте, друзья! И продолжаем репортаж из Сочинского национального парка. И здесь вот в таком жилище, так называемого Абхазии, называется Пацха. В виде чума, если к северным народам обратиться, здание. И по центрам притяжения которого является очаг. Очаг состоит из места, где горит костер. В русском деревне это называли пор. И огонь напрямую идет через эту трубу и выходит наружу. В общем-то, в Абхазии и в южных регионах этот очаг оправдан тем, что жаркий климат, и не нужно большое количество тепла концентрировать внутри здания. Поэтому наиболее такой очаг приспособлен для южных регионов. И здесь вот на этих решетках коптят сыр, рыбу, коптят мясо. Вот. И, в общем-то, больше для этого предназначен этот очаг. И какое-то количество тепла зимой, ну и также как бы обогревательная такая небольшая функция именно зимой. Но ни в коем случае КПД не русской печи, которая греет все. Вот таким образом такое место и такое, в общем-то, традиционный для жителей юга очаг. Ваш Сергей Рыбаев.